Всем привет! У меня муж похудел на 25 килограмм, и все его джинсы на него большие. И чтобы не выбрасывать джинсы, я решила шить покрывало на диван. Для покрывала, если у вас есть выбор, то берите джинсы вот с этим швом, с толстым, внутри, а не снаружи шага. Вот тут вот. Потом я объясню, почему. Врезаем вот этот толстый шов с одной стороны, и с другой стороны. У нас получилось вот это вот с молнией, такой кусочек, и вот внизу я тоже сразу отрезаю. И получилось два таких больших куска. Если бы мы взяли джинсы со швом снаружи, то бы у нас вот получились вот такие вот куски. Вот с такой вот дыркой пришлось бы вот так вот отрезать, и был бы намного короче кусок. А так у нас вот такой длинный кусочек получился. Теперь подготавливаем эти все куски. Можно вот так отпороть карман и потом отрезать вот эту вот часть. Или сначала отрезать часть и потом уже отпарывать карман, чтобы получилось вот так вот. Просто карман отпарывать вот тут вот очень трудно. Он очень здесь хорошо пришит, и возможно получатся дырки у вас. Если у вас очень много джинс, то вы можете вот так вот обрезать и не заморачиваться с этим карманом. Меняем. Вот я уже подровняла, чтобы по длине они были у меня все одинаковые. И получился вот такой вот кусочек. Но так как у меня диван очень глубокий, чтобы покрывало не было короткое, вот такую четвертинку я штанины отрезала. И вот так буду дошивать. Вот так будет выглядеть покрывало на диван. Длина моего дивана 2,40, а глубина или ширина 80 сантиметров. Все, я подготовила. Теперь будем сшивать все части. Мне понадобилось 3 пары джинс, 3,5. Одну часть я уже пришила. Слаживаем лицо к лицу ткань. И желательно, чтобы и карманы в одной стороне были вверху. Лицо к лицу и пристрачиваем. Сшила я вот эту вот часть и вот эту вот. Теперь буду сшивать две вместе детали. С этой стороны у меня ровно получилось. А с этой стороны все равно придется обрезать. Так что по длине сильно можно не равнять. Все элементы покрывала я сшила. Вот такое у меня получилось покрывало. Сейчас подровняем с этой стороны и обметаем края. И покрывало на диван у нас готово. Все покрывало я дошила. Если бы шила в следующий раз, подобрала бы нитки в тон материала джинса синие. И еще вот те места, где вот такой толстый шов, у меня машинка не брала. Вот. То есть, возможно, если вы хотите, чтобы здесь у вас строчка была красивая, здесь распарывать и сшивать. Покрывало я пошила из джинс. Еще я хочу чехол на стул пошить, тоже и джинсы. Будет как комплект диван в синих тонах и стулья. Потому что стулья у нас из кожзама, им всего 2 года, но выглядят они ужасно. Хотя стоят недешево. Всем спасибо за просмотр.
Может, в ближайшем времени выложу видео, как я пошила чехол на стулья. Всем пока!